каждый выбирает для себя. Привет, друзья-партнеры, с вами Александр Камай. Возник вопрос, как пригласить на наше событие 12 сентября не участников краудфандинга. Те, кто имеет билеты, могут зайти на событие, events, нажать. Здесь у вас будет список билетов. Когда вы нажмете display tickets, вы увидите вот такую табличку. Дата проведения, номер, код. А ниже строкой написано, позднее будет представлена локация этого события, ссылка на него. Когда именно позднее будет размещена ссылка, не знаю. Но, наверное, 12 с утра она уже будет. Тогда вы просто копируете ссылку, копируете код, код, присущий тому билету, который вы хотите кому-то отдать из сторонних наблюдателей. Даете ему эту ссылку, и он может выйти по ней на наше событие. Ставит код и будет наблюдать. Так же, как и мы все, он сможет воспользоваться разными языками для субтитров. И получить субтитры, например, на русском языке. Там, по-моему, десяток языков, среди которых есть русский. И будет видеть события и субтитры на доступном ему языке. Если он знает английский, то ему и субтитры не нужны. Единственное, что хочу предупредить, за какое-то время, не знаю точно за какое, в бэк-офис нам войти будет нельзя. Мы сразу, входя в бэк-офис, будем попадать непосредственно на events. Ну, за 15 минут уж во всяком случае. Там будет стоять таймер, сколько до начала осталось. Процедура ожидания начала. Поэтому где-то с утра 12-го заходите и находите эту ссылку. Передаете ссылку вместе с кодом для того, чтобы ваш человек смог посмотреть наше замечательное событие, где будет много разного. На этом я закончу. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камай. Всем пока. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.